За три кинофестивальских года на площадке перед Театром национальных культур «Забайкальские узоры» расцвел целый сад кленов. Больше 60 именных деревьев теперь радуют глаз читинцев. Сегодня, надев фартуки, перчатки и вооружившись лопатой, гости 4-го Забайкальского кинофестиваля посадили свои саженцы. Народная артистка России Татьяна Догилева настолько вошла во вкус, что посадила не одно дерево. Такая традиция кинофорума ей пришлась по душе. Дело в том, что я первый раз сажаю дерево и очень рада, потому что я дом построила, ребенка родила, а дерево я не посадила. А теперь вот я посадила два дерева. Илзы не было, да, мне очень понравилось, я бы еще посадила. В этом году участие в высадке кленов приняли дети из клиники онкогематологии. Мальчишки и девчонки помогали приезжим артистам посадить деревья. Церемония посадки кленов была недолгой, однако каждый ребенок запомнит этот день. Скорейшего выздоровления детям пожелал каждый московский гость кинофорума. Дай Бог, чтобы вот эта акция на них как произвела. Пусть шевельнется что-нибудь в их организме, что послужит их выздоровлению. Да, мы загадали желание. Я сажала с девочкой, с Катенькой. И поэтому это приобрело вообще такой смысл для нас. Мы сажали и загадали желание, чтобы она поправилась скорее. За российским актером театра и кино Максимом Авериным, казалось, наблюдали все. Артиста поклонники окружили так, что организаторам пришлось просить помощи у полицейских. Однако актеру ничего не помешало. Максим, хватит. Нет, это мало. Я копал лук. Вы деревья не сажали? После посадки кленов звезды кино оставили лопаты и вооружились ручками. Раздавали автографы и фотографировались с поклонниками. Анастасия Удовиченко, Максим Лобачев, ЗапТВ.